как стать участником программы? Ну, есть сайт, информация про программу Беспарк есть просто на сайте Microsoft Украина. Есть сайт, собственно говоря, Беспарком. Надо заполнить заявку. Она там будет рассмотрена, и после этого получаете доступ к программе. Чаще всего программу рекомендуют какие-то другие организации. Организации там венчурные инвесторы. Вот Денис может порекомендовать. Собственно говоря, очень много стартапов украинских рекомендуется. Но вы можете прийти, условно говоря, с улицы. Никаких таких ограничений нет. Надо заниматься собственным проектом, создавать какие-то продукты. И а какой процент отказов по заявкам? Ну, у нас на самом деле отказы есть только в том случае, если выясняется, что это не стартап, если ему больше, чем 3 года он был создан, если он там занимается чем-то не связанным непосредственно именно с там, инновационной деятельностью. Вот компанию аутсорсера мы не берем. То есть заявка – это формальность? Да. Посмотреть, чтобы соответствовал формальным Абсолютно признакам? Верно. Да. Денис? Ну, у нас все значительно проще и значительно сложнее. Мы до сих пор находимся в процессе создания инкубатора, и мы очень аккуратно наращиваем количество участников в каждой программе, по чуть-чуть изменяя программу, чтобы отвечать тем запросам, которые они имеют. Базовое участие в программе на самом деле бесплатно. Проблема в том, что мы на входе просим коммитменты от стартапа, что если они будут искать деньги, ну, шопиться, то они сделают предложение тем инвесторам сначала, которые нас поддерживают, потому что, ну, если мы бесплатно учим, то мы должны за счет чего-то существовать. Но это не жесткие обязательства. То есть предложение может быть не принято, договоры могут не состояться в течение 2 недель после таких действий, если стороны не пришли к соглашению, то все свободны от обязательств. Поэтому базовое участие бесплатно для тех, кто участвует в текущей сессии. Кроме этого, мы на семинары пускаем, ну, у нас программа стартап инкубатора состоит из 3 частей. Первая из которых – это начитка семинаров. Вторая – это работа с экспертами, как с нашими, так и с внешними. Пул которых мы постоянно меняем, ну, сейчас до сих пор меняем, и пытаемся найти там оптимальное количество и качество экспертов, которые могут принести максимальную пользу предпринимателю в построении. На базовые семинары наши мы пускаем тех, кто не попал в инкубатор по тем или иным причинам. У нас есть отбор и небольшой конкурс, но уже за небольшие деньги, там от 200 до 600 гривен за день обучения. Кроме этого, мы организовываем семинары наших внешних партнеров. Например, во вторник мы планируем сделать семинар Алёши Дженко, который будет целый день рассказывать, как компании строить глобальный бизнес. Мы планируем, что это будет интересно. Соответственно, все участники текущей программы для стартапов, текущей программы инкубатора будут там бесплатно, а те, кто не попал в нее, будут платить деньги. Я не помню, сколько, вы можете на нашем стенде спросить. То наша позиция такая. Инкубатор преследует 2 цели. Первая – помочь компаниям стать более успешными. Вторая цель – это создать на украинском рынке большое количество предпринимателей, которые понимают, как работает этот бизнес и как строить стартапы. Заработок в данном случае на инкубаторе мы не преследуем. Мы создаем экосистему, которая в будущем принесет нам и всему рынку пользу и прибыль. Денис, спасибо. Ты на самом деле опередил вот следующий вопрос. Я хотел спросить такой достаточно провокационный вопрос. А вот какие цели вы действительно перед собой ставите, когда предоставляете эти программы? Особенно смущает, когда что-то бесплатное я получаю. Вот в чем подвох? Давайте я сразу отвечу, потому что на меня так смотрят неодобрительно. Ну, Microsoft – компания, которая разрабатывает программное обеспечение. Мы работаем на IT-рынке, мы создаем средства разработки. Нам просто нужно, чтобы IT-рынок был больше. Вот очень просто. Да? То есть у нас мы никаких секретных планов по захвату вселенной не строим, там, но мы хотим, например, чтобы в Украине IT-рынок был существенно больше, чем он сейчас. Более того, мы хотим, чтобы на этом рынке было существенно больше компаний, которые производят продукты, которые производят ценность, а не являются там аутсорсингом на другие западные рынки. То есть мне кажется, что это единственная задача, которую мы перед собой ставим, ну, помимо зарабатывания денег вообще, да, мы, конечно же, хотим, чтобы IT-рынок стал на порядок больше, чем он есть сейчас. Вот только поэтому.
А в порядке бесплатной рекламы хочу сказать, что я как стартап пользуюсь программой BizSpark и на самом деле очень сильно облегчает жизнь. Я не скажу, что это помогает мне делать стартап на 100%, но это снимает с меня кусок геморроя, связанный с софтом для разработчиков. Для нас мы это делаем для, ну, глобально реально будет звучать, это развитие страны, да, в которой находится Cisco. Если смотреть на перспективу, то Cisco говорит о том, что мы развиваем наших возможных будущих клиентов, да, и они уже изначально лояльны к нам. И плюс, это честно, есть такая, для Cisco это нон-профит программа, потому что все деньги, которые там платят наши участники, придя к нам на курс, это получают именно наши институты, которых у нас уже 15 по Украине. Вот вчера открывала только в Симферополе. И они уже себе получают как бы это финансирование, это их личное, они решают для себя. Для нас это сейчас в мире реально предпринимательство – это тренд. Просто у нас еще этого не понимают. И когда спрашивают, почему IT-компания занимается предпринимательством, самый главный ответ – это перспектива развития бизнеса так такового, да, и развития инноваций в стране, где находится Cisco. Ну, мы не такая, наверное, глобальная там, компания, как Cisco или Microsoft, естественно. Вот, мы просто хотим, чтобы было много хороших, таких, ну, глобального масштаба проектов. Да, сейчас в России, ну, есть какое-то количество IT-проектов, но вот таких людей и компаний, которые думают глобально, как на предыдущей панели говорил об этом Влад Воскресенский, их очень мало. Вот, и мы что делаем? Мы просто пытаемся привнести на нашу площадку самый такой современный актуальный контент мирового уровня, откуда угодно, из Калифорнии, из Сингапура. Вот. Соответственно, на этот контент приходят самые интересные люди, вот, которые, потребляя такой интересный контент, как раз и могут теперь создать уже, наверное, какие-то серьезные интересные проекты. А поскольку все это происходит на нашей площадке, то мы, наверное, в накладе не останемся. Супер. Контент? Ну, контент... интересный спикер на конференции, да, или не на конференции. А какая-то образовательная программа, которая там, не было такого формата образования. То есть все, что... Ну, как мы контент потребляем сейчас? Да? Почитал, посмотрел. А у нас очень качественные видеотрансляции. То есть те, кто не может прийти, могут посмотреть наши трансляции. Вот я вот не рекламировал наш сайт digitaloctober.com. Так что заходите, смотрите, например, вот конференции CloudConf или eTarget. А как воспользоваться вашими услугами? Вот Андрей и Денис сказали, можно зайти на сайт, заполнить заявку. Дмитрий, а как к вам попасть? Ну, смотрите, у нас есть, наверное, несколько вариантов. Вот, во-первых, действительно, у нас очень качественные трансляции, там двуязычные, и все на сайте выложены. Можно просто зайти на сайт и посмотреть трансляции и записи или в прямом эфире. Вот. Плюс, если вы приезжаете в Москву, то просто приезжайте к нам. 25 минут от Киевского вокзала, как Денис сказал. 27. Ну, это зимой 27, а летом 25. И можете нас тусовать, собственно, смотреть, кто там есть. Мы вам, если что, поможем, расскажем, познакомимся. Вот. Плюс можете провести нас какие-то мероприятия. Это тоже многие сейчас находят довольно удобным и качественным, то есть хорошее мероприятие. На нашем сайте есть маленькая анкетка, заполняйте ее, мы вам позвоним и найдем совместно обоюдовыгодные условия, чтобы это мероприятие состоялось у нас. Спасибо. Анна, а как стать участником вашей программы? У нас есть глобальный сайт, где можно просто почитать. Это ciscoinstitute.net. Он более так понимает, о чем программы. Но сейчас в Киеве есть наш институт при КПИ. И будет еще открыт один институт при центре знаний Инком. Но это чуть позже он будет открываться. Вы можете зайти на сайт. Просто он тяжело там пишется чуть-чуть. Из-за этого просто введите институт предпринимательства Cisco при КПИ. И вы можете все прочитать. Просто позвонить человеку, который руководит этим институтом на месте в КПИ, и записаться на курс. Спасибо. Давайте поблагодарим участников панели. Они все делают очень правильные вещи за очень гуманные деньги или на очень гуманных условиях, если бесплатно. Спасибо.